вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И сегодня я вам покажу новый крутецный туториал, который называется «Невидимка». Посмотрите, пожалуйста, мой пример. Очень просто и на iPhone, и на Android, потому что я буду использовать программу KineMaster, а как вы уже знаете, она есть как и на Android, так и на iPhone. И как всегда передаем приветики. Ребята, и если я кому-то не передала приветики в этом видео, пожалуйста, не обижайтесь. Вас очень и очень много, и все приветики в это видео не вмещаются. Так что ваши приветики будут в следующем видео. Итак, приветики получают каналы Адина и Амира, Альжуша, Алена Айс, Алива Бабулгам, Анастасия Козлова, Анастейшн Стрис, Ангелина Лайк, Арина Найс, Бумажный Мир, Варя Кош, Вероника Кош из Лайк, Дарина Руш, Дейзи Кукляшки, Ева Королева, Евгения Медведева, Карина Лайк, Карина Лайк, Карина Троппи, Катюша, Катя Сим, Кира Экстрим, Ксения Рей, Лиза Ми, еще одна Лиза, Лина Лайф, Люба Лайф, Маргер, Марина Дмитрюк, Мария Фаткина, Мария Щербак, Марон Владимир, Милка ТВ, Мисс Даша, Мисс По, Мэри Фей, Настенька Лайф, Настя Трошкина, Ника Слайм, Никита, Оля, Песик Шоу, Принцесса Стефания, Синдик ТВ, Соня Супер, Степан, Таня Голд, Фаня Надя, Фото и Видео, Юля Науменко, Яна Лайк. И еще один приветик, название которого канала я не могу нормально сказать. Нарьяна Начхалевого. И канал Вау, это Анечка, просила передать воздушный шарик. Лови! И канал Яна просила передать сердечко. Лови быстрее! Приветик вам всем! И смотрим видео одного лайкера. Вот ее аккаунт, и давайте смотреть. У тебя очень круто получилось, продолжай в том же духе. От меня огроменный лайкосик. А перед тем, как мы начнем, поставь лайк этому видео. Подпишитесь на меня в лайке и на меня в ТикТоке. А теперь погнали! Итак, для этого видео нам понадобится однотонное одеяло. У меня это ткань. В прошлом видео я брала одеяло со снежинками. Снежинки в прошлый раз не исчезли. Но это получилось очень прикольно. Итак, давайте начнем. Зайдем в лайк. Зайдем в лайк. Выберем любимую музыку. Я выберу вот эту. И в конце я хочу сделать слоумо. Поставлю я период. И на том месте, И на том месте я хочу поменять одежду в слоумо. Я буду ткань поднимать наверх, переворачивать и одевать на себя. И вот на этом моменте, когда ткань будет у меня подниматься наверх, я хочу переодеться. Думаю, будет очень прикольно. Давайте попробуем это снять. А вначале с тканью вы можете делать все, что угодно. Крутить, вертеть. Поставлю период. Я
где-то здесь. Давайте снимать. Включаем. 3, 2, 1. Все-таки переснимем, потому что там не было видно, что я закрылась. Я уже открылась. Не хочу прятаться. Теперь я переоденусь и включу на слоу-мо. И буду обратно задирать и танцевать дальше до конца музыки. Я переоделась, включила скорость 0.5x и теперь буду доснимать. Можно начинать монтировать. Заходим в KineMaster, нажимаем на плюсик, выбираем размер 16:9, медиум. Фото, All, и выбираем нашу сфотографированную стенку. Нажимаем слой, выбираем видео, которое мы только что сняли, и нажимаем на галочку. Теперь мы выделяем наш слой. Выбираем хромакей и выбираем наш цвет. Включаем и подстраиваем. Подстраивать, конечно, будет долго. Ну, что ж поделать? Мы ж хотим получить очень прикольное и крутое видео. Как я двигаюсь и у меня идет перепад света, нам в этих местах надо более лучше настроить хромакей. Поэтому я вырежу эту часть и
и так каждый раз, где у меня перепады света. Я двигаюсь, и у меня идет перепад света. Нам в этих местах надо более лучше настроить хромакей. Поэтому я вырежу эту часть и буду подстраивать. Давайте посмотрим, что же у нас получилось. Получилось очень круто! Если вам тоже все нравится, сохраняем. Нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу. Экспорт. No thanks. Подождем, пока наше видео загрузится. Еще раз на стрелочку и save видео. Все, наше видео сохранилось. И смотрим видео второго лайкера. Вот его аккаунт, и давайте смотреть. У тебя очень круто получилось. От меня огромный лайк. Сразу видно, что по моему туториалу сняли. Спасибо большое. А на этом все. Я думаю, видео вам очень понравилось. И оно было вам очень полезным. И вы снимите подобное видео. А когда снимете, пишите хэштег «Снежана-снежок», чтобы я могла вас найти и лайкнуть. Всех люблю. Пока-пока.